Всем доброе утро. Привезли Ричика на прививку к ветеринару. Сейчас будет тут вытворять чудеса. Да. Злюка, он же злюка такой. Уже сердце у него, что там все. Да? Угу. О, вот. Тоже молодец. Можно, да? Да, да. Это мы такие злые. Ну, я живой, да. Ты злой. Ты такий злий. Так, стой. А ти маленький, околи, все буде добре. Може, мордочку зараз просто. Дивись, у мене є. Ось так, да? Ти себе притуляйте, він не вкусе. Вам холка? Так, да, складочка потрібна. Все, не бойся. Все буде хорошо. Все, не потрібно нічого робити, ні вушки дивитися, нічого, поки мордочка зав'язана. Все, нічого не турбує? Да, так, нічого не турбує, вроді все нормально. А ну так, може, гляньте. Я його так, вроді, бо всегда і відключаю. Нормально, там, вообще. Ні, вони ще повністю спокійні. Все, свобода, будеш вкусняшко? Скажіть, от у вас теж симпатика є, так? Да? Вкусняшка? Пошріє? Ні, так уже ж. Тільки з моїх рук може взяти. Можете дати, коли займеться ділом. Вообще реально нікого не вкусить. Что, Ричика свозили, привили. Сейчас поедем, съездим еще в одно местечко. Отдыхает, лежит. На подушку улегся. Злюка. Ага. Все, мы сейчас ездим. Ты поедешь со мной? Ну, конечно. Все, в одно местечко проедемся. Приехали с Витулей в лес уже, пшикает меня. От клещей, от комаров купили, заехали. Погодка замечательная. Попшикалась. Угу. Ноги, руки, да? А что ты хочешь? Витуля уже пошла смотреть. На тебе маленькая ведерочка. На всякий случай. Ты что, замерзла? Не, ну вдруг ты найдешь, не будем же сбегать один за одним. А? Если найду, я буду кричать. Ну так я не буду до тебя ж бегать постоянно. Ну вот так потихоньку и пойдем туда. Красота, да? Что там у тебя, Вита? Ты как Иван Сусанин с палкой, да? Пошли вот так по дороге туда пройдем дальше. Потом свернем куда-то в сторону. Или влево, или вправо.
Сегодня хорошо, не жарко сильно, да? Вчера жара вообще, позавчера жара. А сегодня как раз хорошо. Походить, подышать, да? Полезно ходить, дышать? Ну, ходи, дыши, я рядышком буду тут. Так, а что ты хотела? Конечно, паутины, уже ж тепло. А это что? Сухие все деревья, да? Где? Засыхает что-то все тут, да? Че, акация эти? Ну да, акация. Колючки вот эти. Сильно сухой лист, да? Угу. Паутиня с паучком. Ну пройдись, зайди сюда. А я чуть-чуть дальше и сюда, с другой стороны, пройдусь. Тут влаги больше слышно, да? Ну, я вот сюда зайду сейчас. Похожу здесь. Все заросшее. Да, или все заросшее. Как тут лазить? Сейчас как-то будем. А? Пешком ходили. Ходили мы тогда пешком здесь. И далеко. Главное, что взял ведро, а в ведре еще ведро. А я тебе сразу говорила, возьми маленькое. Да ну я взял и рыбацкое свое, и все взял. А то грибы пугаются. А твоих ведер. Ну ничего, пусть будут. Что, пойдем туда дальше? Веток полно, да? Собирай дров сколько хочешь. Угу. Я какой-то раньше ходили, да? Угу. Коромысла, да. Какая красота. Птички поют, а ты что не поешь? Что ты больше танцуешь? Да. Да? А я могу и спеть, и сплясать. Пойдем ближе до воды туда, да? Угу. Где побольше влаги. Пройдемся, посмотрим. Может, там что-то есть. Лес сухой-сухой. Дождей нет. Дождей нет, да. Нам надо на машине сюда проехать аж, да? Угу. Лучше походим, правильно?
Я шел, 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 пирожок нашел, сел на пенек, съел и снова пошел. Чикаго поет он там. Так, да? Вроде так. Что ты там увидела? Покажи мне вид. А ну, дай посмотрю. Ага. Чё я оторвал? Ничего я не отрывал. Вот таких зарослях, да? А и я нашел вот. Один без шляпки, один вот со шляпкой. Вот какой сморчок. Еще как-то же сильный, солёнка. Вот видишь, что такое? Видишь, какие они мокрые, да? Угу. Влажные. Давай сейчас тут походим, посмотрим. Надо чуть-чуть проседать, оно тогда их лучше видно. Да, да. Хоть что-то нашли, да? А мы посмотрим вместе со зрителями. Нашла, да? Да. Ага, кидай. Видишь, каких они дебри? Ага. Есть еще? Да. А ну показывай. Ага. Кидай. Их вот так приседаешь и их видишь. Будем приседать сейчас, ноги накачаем, да? Ля какой. Угу, и вон еще один. Ой, все, лямы попали на поляну, Вита. Сейчас мы надербаним. На тебе ножичек. И себе ножичек сейчас возьму. Ля, сколько. И целая прямо они как растут, да, дорожка. Вон, глянь. А тут влаги, видишь, сколько? Да, вот это вот видишь. Вот они какие. Вот срезай. Вон, да, вот это, да. Ага. Я сейчас сюда срежу. Ой, вон, и вон, и вон, и вон, и вон. Ой-ой-ой. Разве не ведется? И мне
Смотрите, сколько их. Вон сколько. Вон. Вот они. Вот они, видишь, где? Да. Ха-ха. Видишь, влага тут? Ага. Под листвой еще они сидят. А что мы с ними будем делать? Насушим уже, а? Попробуем. Сварим и пожарим. Наварим, нажарим? Да. Можно сушить. Давай насушим. Посмотрим. Мы еще давай насобираем. Смотрите, полянка какая. Сморчочки. Иду до тебя. Ага. Еще поляночка, да? Угу. А я эти пока обрежу. Красота, да? А вон какой-то. Долезешь до него? Долезу. Ну, лезь. Долезли. Ага. И туда полезли. Сейчас дальше. Ой, какой здоровенный, ля. Я такого не видел. Здоровый такой, да? А ну, сейчас, подожди. Я тоже не помню. Да это он такой вырос. Вот это гигант. Точно что. А ну сейчас я. Да? И не поверила. Точно. Сейчас я до него доберусь. Сейчас я доберусь до него. Да ты шо, ля. Сейчас я срежу. Ля какой. Ах ты геть. Вот это нашли такой гигант. Вот это красавец, да? Наложи. Пойдем дальше. Забрала ведро? Да. Ну тут надо походить. Вот туда дальше сейчас пойдем. Сейчас вот тут давай пройдемся. Давай пройдемся. Да, да, да. Вот где чуть-чуть более влага такая на почве. Вот там и есть. Там они и растут, ты видишь? А я уже все. Поначалу расстроился так, думаю. Опять без грибов. Зрители скажут, а что за грибники? Ну мы-то... Не специалисты в этом деле. Ой, Вита, лянь сколько. Да, весеннее мы первый год собираем. Да, там вот один, второй, третий. Весеннее первый год мы только собираем. Ой, какой тоже большой, да? Ага. Срежешь, да? Да. А вон ты прошла. Давай это сюда. Вон еще, ага, вижу. Давай это сюда. А вот он, вижу. Вот он, ага. Давай и этот сюда. А вот и сюда он прошел. Ага. Видишь, как их незаметно. Ой, а вон еще прошел. И поломала шапочку. Да? Ну ничего. Помыть, проварить. Кидай сюда. Так, ну что, продолжаем. Пойдем дальше туда, да. Прямо. Ой-ой-ой, лянь на поляну опять нарвались. Да, да. Ой-ой-ой.
обламывается, да? Ага. Ничего. А вон пойду вот там. Вот ага. Вот тут смотри. Вон один, второй вид, а там у тебя. Ага. Видишь, да? Да я вижу, ага. Китай. Ты еще увидишь? Да не, сюда пройдусь. Пошли вот туда, вот так вот. Да то, наверное, какие-то поганки. Ну, да. Видишь, что поганки растут, ну да. Тоже, видишь, где влага там, да? Угу. Сейчас, подожди, я нашел. По-моему, сморчочка. Нашел? Ага. Вот он есть. Ноги прямо. Пойдем дальше сейчас. Вита, иди за мной, я тебе что-то покажу. Видишь? Глянь, полянка их. Вот они, глянь. Сколько, да? Ой, а там, а там, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Вита, ой-ой-ой, вот мы с тобой вместе когда, ой-ой-ой, ой, ага, ой, глянь сколько, да я вижу сейчас, давай я положу, хорошо. Вот срезай вот возле тебя, ага, такие уже хорошие, ага, кидай сразу. Ой, а вон сколько. Да их там дофига. Сейчас я пока не пропустил вот этот срежу. А, так он тут не один. Обломал веткой шляпу. Шо? Ой, а тут? А вот тут? А вот тут. А вот тут, Вита. Ломаются шляпки, да? Ну, не у всех. Ну, не у всех, да. Ой, вот он присыпанный был. Они еще, ты смотри, бугорки присыпанные. Там вот они, да. Положи. Ой, какой же он красивый. Вот этот? Ага. Вроде так идешь, не видишь, а назад поворачиваешься. А ну вот, Вита. Вот, подними. Ой, глянь, какой. Я ж тебе говорю, что присыпаны они. Под бугорками. Поняла? Ты спрашивай, если что не знаешь, я тебе подскажу. Поняла? Не стесняйся. Еще есть? Угу. И у меня еще есть тут. Вот они, сколько их. И вылеченькие, не очень, да? Угу. Еще я понаходил.
Вот это мы попали с тобой, да? Как говорится, рай грибника. Ой-ой-ой, вот еще. Вот еще. Красавчики какие. Красотули. Сморкатули. Красотули, сморкатули. Что там, Вита? Где-то видел. Ага, вот они стоят. Красавчики. Парочка простых и молодых ребят. Так, где-то я еще вот там видел. Ага, вон. Вот он, красавчик. И еще есть. Ага. Это что ж такое? Ломаются шляпки. Нежные грибочки, да? Угу. О, у тебя жменька еще, да? Да. Вид а-ля какой на дереве. Ага. А как они называются, не знаешь? Я забыла. Может, кто знает, напишите, пожалуйста. А вон, вон, вон. Такой. Ага. Ой, то там он не один, ля. Сейчас я тебе покажу. Я стой. Стой, стой. Ты за мной. Стой, я вперед, а ты за мной. Это капец. Ля, как. Ой, Вита. Короче, мы попали опять. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Вита. Да ты что, я не могу сказать тебе. Ну давай, подвигайся. Ой, Жаня, опять такой большой. Вот, Риш. Вот, вот. Я пошел нарезать, в кучку сложу, потом заберем. Увидела? Увидела? И я увидел. Вот они, красавцы. Смотри аккуратно, я слажу, чтобы ты не наступила. Поняла? Угу. Вот они, глянь, сколько у тебя. Ой, это просто не передать вам. Как у Тома читали, да? Вот они в кучке у меня, вот. Возле меня. Как мы тут читали в Испании, да? Килограмм до 80 евро, да? Ля, какие. Надо послаживать, чтобы не подавить их. Может, и хорошо, что я большое ведро взял. Как ты думаешь? А вон тоже, глянь. Ага. Видишь, я как знал, да, Вита? И взял еще ведерко большое. Вот они, красавчики.
буду сразу я, наверное, ведро ложить, потому что потопчем, я так чувствую. Что это творится? Просто жуть, да? Угу. Не знаю, на одном месте крутишься и слева, и справа. У меня голова на 180. Да? Это хорошо. Куда ни глянь, вон там и он. Ага, вон еще, вон, прямо перед тобой. Вижу, думаешь, хоть бы не пропустить. И вон еще сзади. Какие хорошие. И сзади тебя еще он. Поворачивайся. Сзади тебя. Вижу. Вон. На тебя смотрит. Прямо. Левее. А, вот. Вот этот? Да. И еще поляночка одна. Вон, смотри. Вон у тебя один. Вот. Вон. Вон, три, четыре, пять. Вон. Вижу. Только вот эта крапива, смотри. Где? Ну, вот это. По-моему, крапива. Точно не знаю, но листья как у крапивы. Ну ничего, крапива — это хорошо. И у меня вот тоже. Один, второй. Смотри, они под ногами, их плохо заметно. Чуть-чуть червивое обрежу сейчас я. Да не, вон ножку чуть обрезать. Грязно еще. А, все нормально. Вот смотри еще. И вот еще один. Да вижу, вижу. И вон за веткой. Кидай. И вон еще за веткой. Кидай. Да, у меня аж роса с меня вышла. И вот еще я понаходил. Жалко, да? Да, трошечки есть, да. Трошечки есть. Ой, а вон Жень какой красавец. Да их тут вон они, не один тут. Видишь, там на дерево. Ой, а вон какой. Где? Вот, смотри. Вот один, вот второй. Вот, смотри. А вон какой здоровый. Ага. Ой, а вот. Собирай, собирай. Вот, глянь, куда ты пропустил. Ну, так я туда еще не дошел, пропустил. Чего же я пропустил? Нет. Ну, а вон опять, глянь, какой большой. Ага. А ну сейчас стоя. Вот срезай тоже. А, красавчик. Красавчик. Так, наверное, знаешь, что это? Только надо, чтобы... А вот, вон, глянь, чтобы... вот перед тобой. А вон какие, блядь, сзади. Подожди. Чтоб не поломать их. Давай. Вот сюда будем. Давай я пересыплю сюда все. Не-не, ты их поломаешь, не надо. Не надо. Ну, чуть-чуть отсыпь с горкой. Я сейчас отсыплю. Они сейчас повыпадают у меня все. Отложу. Перелажи, бери. Ой-ой-ой, опять полянка. Опять полянка, Вита. Да? Ага. Ой, а вон такой большой. Ой, стоит такой красивый, как белый. Сейчас я его заберешь тебе, да?
Вон, смотри, какой, глянь, белый, красивый, прямо, иди. Вижу. Пошляпка, видишь? Ага, вот это? Да. Ага. Красавчик. И вот где-то я тут видел. Ты меня сбила с курса. Ага, вот. Вот он. Вита, давай 5 минут сядем где-то, отдохнем. Нет. А? Нет. Там у меня спина уже колом. У меня спина колом с твоими сморчками. Ну, с нашими. Вон они два, видишь их? Вижу. Ну, вот это вот так, ну, кинь ведро. Вот и один, и второй. Ты такой поломался. Ну, ничего, отрезай. Кидай сюда. Что там? Нашла еще? Пищевка. Пройдемся еще чуть-чуть, да? Вон дерево заваленное. Пошли 5 минут, передохнем. Бо я ж-то уже не молодой. Вон у тебя, ага. Вот еще два вида. Вот они. Пойдем туда чуть дальше. Пошли туда пройдемся. Вот еще. Вот я один вижу. Вон он, вон. Вон. А дай я ножичек возьму. Нет, у меня свой есть. У тебя свой, у меня свой. Я вот нашел еще. Срезай тут, что ты. А я не увидела. Не увидела? Ну, вон он же стоит. Ждет тебя. Увидела? Угу. Я иду, а он на меня смотрит, видишь? Хорошо, когда на полянку попадаешь, да? Даже глаза разбегаются в разные стороны. Какой резать первый, да? Что-то Вита там наклоняется, значит что-то есть. Поймала что-то. Еще? А вон еще, что ты? А вот, вот, вот. А, думаю, да. Сейчас я вот тут огляну еще. На полянке. Да пока не. Сейчас гляну тут дальше. Как это нет, если нашел? Как это нет, если нашел? Четыре штучки есть.
Вот они, красавчики, два братишки. Или братишка с сестричкой. Вита на помощь зовет, на помощь. Ого! Да, сколько? Ага. Ой, я тогда дальше пошел. Ты тут видишь, вот один, смотри, вот второй. Видишь, да? Ой, да, сколько их тут. Обалдеть. Обалдеть. Да. Вот они, семеечка, три. А вот еще, видишь? А эти два как близнецы. Ну а чё ж ты, вот, пошёл, пропустила. Вот к этим лезу. Красавчики, да? Ага. Так, все. Тут вроде все. Тут вроде все. А вот дом засовался. Где? Ой. Ага. И вон еще лежит, это я его пропустила. Может, вот туда дальше пойдем? Они, видишь, они на солнышке же. Да? Угу. Ну, пошли тогда в другую сторону. Пошли туда дальше, вид. Пройдем. Вот не одни мы собираем, еще вон грибнички. Собирают. Сморчков хотят все. Так, куда пойдем? Прямо, да? Ну, чуть-чуть еще полазим, да? Да. Для первого раза и так скоро. Полчасика еще. Дядька тоже идет, возмущается. Хоть бы один найти. Как и мы час назад. Хоть бы один найти. Вот она, Вита, это кость. Помнишь, мы здесь проходили? Да. Помнишь? Ну, мы им подсказали места, куда идти. Да, пусть тоже люди собирают. Конечно. Мы еще пройдем. Смотри, вон. Видишь, вон. Я пока этот отрежу. Я не знаю, смотри, вот у них, смотри, Вита, у одних шляпка темнее, других светлее. Одни, наверное, свежее, ну, молоденькие, я так думаю. Да? А может, их с родновидности какие? Как думаешь? Пойдем дальше. Что там, ничего? А, я парочку еще нашел. Надо тебе чуть отсыпать. Надо тебе чуть отсыпать, бо у меня... Тихо, посмотри, глаза. Ну ладно. Давай, еще. Давай, чуть отсыпать. На. Давай. Сейчас полчасика будем выходить, да? Навигатор включим. Что он нам скажет, не скажет. Ну, найдем. Дорогу найдем. Люди ходят. Да, люди ходят. По крайней мере, я примерно знаю. Будем кричать. Кричать? Да. Помогите, да? Угу. Ну, вот это где ты стоишь? Вот это я с оттуда, и вот это его аж сюда увидел. Вот он. И не один. И не один.
Сейчас будет там пока. Вот он. Вместе с вами сейчас обсмотримся. Сейчас, Вита, подожди. Еще понаходил, как их нести. Ну, как-то донесу. Вита ждет меня, стоит, не хочет. Тут влага. А, крапива колется. Вот это ж крапива, Вит, колется. Ага, поколола меня уже. Ступай на ветку и все, переступай. Так вот, говорит. А, ну так ты ж скажи. И у меня тут есть. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Вот они. Согнулся. Сейчас я шнурки завяжу, поразвязывались. И у меня тоже. Я да? Завязала. А вон, смотри. Вон где ветка, видишь? И вон внизу. Ага. Увидела? Вот он. Вон. Еще есть, да? Еще, да? Ну, режь. Так, тут я не вижу. Что, пойдем на выход? Пошли. Ломает ветки, как медведь. На веточку одну ступай и перепрыгай. Сможешь? О, все. Вот тут тоже раз. Так, мы сюда нашли. Сейчас сюда и выйдем. Налазились, еле ноги волочил. Да, ведь подустала? Ну так. Нормально, да? Ага. Можно было... Зарядка. Да зарядка не то слово, хорошее. Понагинаться, попрыгать, понагинаться, походить. Через вот такие бревна переступать. Ну, а как ты хотела? Без труда не выловишь и рыбки из пруда, да? Все, движемся к машине. Навигатор нам показал дорога прямо, так что идем. Вот она дорога, что навигатор показал. Преимущественно прямо. Так и идем. Погодка хорошая. Я аж подспотел трошечки. Птички поют, воздух не надышишься. Красота. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих, да? И вот они. Ну, у нас с Витой привал. Добрались до машины, кофейка. За ваше здоровье, чтобы у вас было все хорошо. Мы сейчас перекусим чуть-чуть и будем ехать домой. С
Самое главное, что нашли эти сморчки. Нашли сморчки, а сколько гоняли? Это первый раз, да, мы собираем их. Ну да. Много видели, слышали, но никогда их не собирали. А это тоже. Осенью собирали мы белые маслята, полячки, а вот это весенних не собирали. Весенние первый раз мы выехали на весеннюю охоту, как говорится. Ну ничего, подсобирали нормально. Красота, все зелено, расцвело быстро, все распустилось. Так что грибочки эти пригревает апрельское солнышко. У кого есть возможность, идите собирайте. Не, говорят, по вкусу ни с чем не сравнивый гриб. Как еще называют его? Сморчковая шляпка. Ну, сморчковая шляпка, а как-то весенний как-то он. Ну ладно, я забыл. Весенний, в общем, апрельский деликатес. Благополучно добрались домой с Витулей. Витуля уже посуду мой. Вот такой у нас урожай получился. 5-литровая ведерочка. И тут еще, наверное, 3 литра. Ну, 8 литров грибочков есть. Так что сейчас будем мыть, готовить, варить, жарить наши грибочки. Все, с вами я надолго не прощаюсь. Приятно, что вы были у наших экранов, у нашего экрана. Все, до новых встреч, всем мира, добра. Скоро увидимся. Пока-пока.